Друзья, второй час нашей программы начался 15 апреля. И, к слову сказать, что сегодня Международный день культуры. А что является главным культурным театральным воплощением у нас в Крыму, для всего Крыма? Это, конечно, наш русский, крымский академический русский драматический театр имени Горького. Вот и сегодня у нас в гостях Людмила Григорьевна Касьяненко, руководитель литературно-драматической части нашего великолепного театра. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У нас большие, ну, сенсации, даже так можно сказать. У нас три премьеры, одна из них уже прошла, 8-9 премьера. Главная премьера, которую все ожидают 23 числа, «Гамлет». Премьера, которая прошла у нас... Людмила Григорьевна. На Бойком месте Островский. На Бойком месте Островский. И современная классика «Номер с фруктами», которая будет в конце мая. Вот обо всем об этом всем театралам сейчас прильнули к экрану и слушаем. Премьера, которая прошла. Дело в том, что нынешний год – это год трех печальных юбилеев. Круглые даты ухода из жизни Александра Николаевича Островского, Вильяма Шекспира и Алексея Максимовича Горького. И вот мы совершенно не специально готовим, так получилось в репертуарном плане на этот год. Интуитивно. Ну, где-то да, скорее всего, интуитивно. Что-то нас подтолкнуло. Мы включаем «На Бойком месте», включаем Якова Богомолова и нашу версию сценическую «Гамлета». И вот первая премьера, которая из этих премьер состоялась, это «На Бойком месте» Островского, но в нашем репертуаре это уже 8-я постановка по произведению Александра Николаевича Островского. Как вы сами говорите, Островского много не бывает. Островского много никогда не бывает. Потом Островский, он для нас, как ни странно, очень и очень актуален. Не потому, что просто хорошая драматургия, а потому, что многие моменты его произведения, ситуации, коллизии, какие-то фразы, они попадают в сегодняшний день, будто сегодня написаны. Ну, кстати, очень многие критики говорят, что Островский получился каким-то всесезонным, вне зависимости от того, в какое время ставится по его произведениям пьеса, она все равно остается так же актуальна, как в те годы. Безусловно. Но вот как раз пьеса, которая оказалась 8-й в нашем репертуаре «На Бойком месте», она как бы стоит особняком в творчестве Островского, потому что в ней есть элементы и детектива, и мелодрамы, причем такой, ну, активной, яркой мелодрамы. И есть, конечно, и социальный элемент, но он не настолько на поверхности, вот эта социальная сатира, как, допустим, в «Доходном месте», такие люди нам нужны в нашем спектакле, «Волки и овцы». То есть здесь это все завуалировано за основной линией детективной и мелодраматической. На такой классике мы воспитываем и молодого зрителя, и молодого актера? Ну, то, что мы воспитываем зрителя на классике, это безусловно, потому что это 23-я пьеса русская, наша классика в нашем репертуаре. То есть 23-е произведение русской классики. У нас и Грибоедов, и Лермонтов, и Гоголь, и Чехов, и 8 Островских, как я уже сказала. И, конечно, вот приобщая молодых зрителей, а у нас, в общем-то, очень много молодых зрителей, нас это очень радует. Я не думаю, что все читают пьесы Островского сейчас, но, посмотрев спектакль по Островскому, перечитает. Вы сказали, что, в общем-то, вот эта сатира в произведении достаточно завуалирована. А что касается постановки, нет ли такого момента нарочитого подчеркивания ее, чтобы, может быть, сделать ее более явной? Или все так же остается интуитивность? Нет, ничего не подчеркивается абсолютно. Наш театр, вот как мы позиционируем себя, это русский традиционный психологический театр. Вот эпатаж, который сейчас так моден, это не наше. Мы традицию русского репертуарного театра храним. Людмила Григорьевна, русский наш театр, наша драматургия и, друзья, «Гамлет», ну, это вот, знаете, зритель, они с трепетом ждут этой премьеры, потому что вообще очень интересно, что ожидать. Это какое современное прочтение Шекспира? Кстати, или это, ну, как это? Вот сейчас, что касается классического «Гамлета», мне кажется, каждый театр, который пытается его поставить, там уже кто во что гораст. Уже какие-то новшества, переработки, свои интерпретации. Опять же, вы сказали, может быть, в какой-то мере больше классичности. Наш театр эпатаж, как я уже сказала, не приемлет. И вот то, что сейчас происходит с классикой, мы, конечно, такого не сотворим. Хотя мы создали свою сценическую редакцию, как вы уже обратили внимание, она называется не «Гамлет», а «Однажды в датском королевстве».
У нас трактовка, в общем-то, в контексте нашей темы. Это тема семейная. Две семьи. Семья короля датского и семья Полония. Вот эту интригу я не буду дальше раскрывать, почему на этом у нас держится. И, конечно, нельзя уйти, ну, потому что это Гамлет, потому что это Шекспир, и от философской составляющей. И то, что очень важно для постановщика, ставит Анатолий Григорьевич Новиков, а он всегда делает спектакли публицистические, яркие, с посылом в зал. Конечно, и политический момент, и социальный момент. Как говорит сам Анатолий Григорьевич, Гамлет опередил свое время. Человек опередивший свое время. Волнуетесь? Конечно, волнуемся, очень волнуемся. Ну и в конце мая у нас номер с фруктами. Это современная классика. Но это не классика еще. О, ну да, да. То, что претендует. Современная драматургия. Ну, надеемся, что Александр Коровкин, большой друг нашего театра, мы тоже очень много его произведений ставим, и я горжусь дружбой с этим талантливым московским драматургом, очень известным. Это как раз сатира. Сатира на наш день. Ну, одним словом, завязка. В Москву прилетает коррумпированный губернатор, чтобы как-то спастись и от ареста. Да, точно не классика. Это драматургия. Это сатира на наш день. Но очень острая. Там много таких забавных ситуаций, что с одной стороны зрители, конечно, будут до упаду смеяться, а с другой стороны задумаются о нашем времени. Да. Обожаю наш театр, потому что вот такие разные, разноплановые, и все едино. Тема семьи, классика, драматургия, и вот настолько по-разному показано. Спасибо вам за работу, с нетерпением ждем премьеры. Всех телезрителей приглашаем 23 числа. Друзья, ну это нужно видеть, чтобы потом было, конечно, о чем говорить. В гостях у нас Людмила Григорьевна Касьяненко, руководитель литературно-драматической части Крымского академического русского драматического театра имени Горького. Приглашаются все. Вам спасибо. Спасибо. Программа продолжается. Впереди что у нас еще дальше? Впереди? У нас впереди риторический вопрос. Кстати, а вот тогда не отходя далеко, Людмила Григорьевна, риторический вопрос. У нас такая интересная рубрика. Спрашиваем у жителей нашего города, задаем интересный вопрос. Сегодня день рождения у Аллы Борисовны Пугачевой. Вы какую-то песню можете ее напеть с удовольствием? Ой, напеть нет. Напеть нет, я не поющая. А нацитировать? Не отрекаются любя. Не отрекаются любя, друзья. Это лучшее.